Ну прям первая яма, правда? А что у вас случилось-то, а? А мы с лебедкой играемся. А, ее ж попробовать надо. Конечно. Она ж крашеная вся. Готов, Саш, давай. Нет, дергай, А передок подключен? Он не крутит вообще ни одно. Лёх, а раздатка включена? Может, не заключил. Как передок? Не заключил. Давай пробуем. С другой стороны крутит, нет? Нет. Ни с одной не крутит. И у вас также. Заднеприводную машину зачем взяли с собой, а? Теперь все! Что там еще происходит? Что? Первую передачу. Разрешите. Второй ловит дырки. Давай. Тряпку дай. Тряпки есть. Что, совсем застрял, да, Кирилл Владимирович?
Да не совсем. Вот, видишь, купил новую машину. Чуть-чуть. Пятнистую. И думал, что она будет ехать. Ну, смотрите, что-то вот это, смотрите, да? ГИБДД. Это для вас. А плохо обмыл. Да, плохо. А это мое. А, это штурман, извините. А что, хаб совсем сломали, да? Он не работает. Нет. Чуть-чуть. Чуть-чуть. Давай, давай болты лови. Болты лови. Уже провернулось чуть-чуть. Стой, стой, стой. Давай еще. Давай. Еще. Оп. Поймал. Послушай, не заглохло? Стой. Все нормально вот так. Смотрите, все, счастливое класс. Лицо обладателя нового автомобиля. Кирилл Владимирович, посмотри, пожалуйста, на меня. Пойду я схожу вон профессионалам. Вот там стоят профессионалы. Это профессионалы леса, блядь. Ломатели, блядь, машины Defender. Вот так вот. Так, здесь стоят профессионалы леса, блин. Вот. Посмотрите на их несчастливые лица, пожалуйста. Я уже пожертвовал. Это начальник. Заглушку. Да, мы знаем, что у тебя есть запчастей много. Да, вот. Ты еще скажешь, что я одна большая запчасть. Да. Да? Вот, то есть это все УАЗики взаимозаменяемые. Вот. Более того, все УАЗики сами выезжают из леса. Ты сейчас рассмешил меня вообще страшно. Вот они въезжают. Да. А когда совсем станет скучно, я поменяю колеса местами. Что ты говоришь про соски-то, говоришь? А большой сосок, да? То есть у тебя два соска кривых, Андрюх, нет, да? Нет, у меня лично два соска прямых, очень красивых. А кривые, да, какие? А кривые, он на колесах у УАЗика. Правый и левый. Ты про эти соски, да? А мы тут подумали про другие. Про другие холодно сейчас. Вообще опять. Торчат, какой шикозевой. Торчат редкостно. Все три? Мы рулим! Пару слов для прессы, пожалуйста. Ваш первый выезд. Слушай, у вас лицо не влазит в камеру, извините. Потихонечку передвигаемся. Ну, я согласен. Все нормально, руки грязные. Ну, все, у меня два столько, да. Ой, сколько народу у вас тут, а? Много. Рубикон не попал. Слушай, дерево ломайте прям вот это, слышишь? Прям на дерево прям наезжает, Эдик. Газу! Отлично. Да не, хорошо идет. Не, нормально. Колесики нормально поставить, военные мосты вообще поедет хорошо. Он даже на этих колесах хорошо идет. Он просто еще... Боится. Плачет. Слушай, все дерево, лес берегут, слышишь, дерево вот это стоит. Его надо было положить посередине, и все.
то, что толщу вот эту вот, обращай внимание. До этого не обладатель УАЗика. Чуть-чуть перегрелся, но не страшно. А? У тебя замка нету, что ты хлопаешь? Нет. Ноль девять. Не говорю. Нет, говорить не надо. Вот, ну, подарок показывай. Поверни. И торт давай подоставай. А торт куда? Давай, доставай, доставай его, доставай. Торт вообще суперский. Биар – это медведи. Биар – это пиво, если что. Бир – это пиво. Давай вот так вот. Это по-французски. Это торт. Это торт. Это секретарь сделал нам торт. Вообще обалденный, слушай. Я его съем. Можно видеть? А слушай, а почему Вольво? Можно спросить? Ну просто, чтобы никому обидно не было. Да как это не слышишь? Не, подожди. А Саня доволен стоит. Можешь достанется. Самый счастливый человек. Вольво съест он. Вольво рулит. Вот, почему нет Авенсиса? Вот наш дружный коллектив весь. Вот. Вот мы все, вот мы везде, вот. Привет, Ленчик. О, привет. Да, о, ни хрена себе, это водитель мой сегодня. Вот, это вот счастливый обладатель нового автомобиля, блин, пятнистого вот того вот, вон он стоит вот там вот. Вот там вот. Все, колеса ему сделаем большие, Андрюх, будет вообще счастлив. Поломки пришли, и хозяину поломки. Да, слушай, да. У нас сегодня небольшая беда случилась, блин. Надо Валеру тоже, кстати, поздравить, блин. У нас чуть-чуть сломалась машина. Вот эта вот хрень отлетела вот тут. Вот это вообще отлетело все. Ну вот смотрите, запчастей сколько много. Ну вот это вот все, вот это все от нашей машины. Ну, вот. Можно провести. Вот, сейчас позвонили человеку, человек сейчас покупает запчасти. Вот, надо будет еще доехать до асфальта и привезти все это дело.
Вот, вот оно прямо ухо, вот это вот, вот оно. Ну, все, вот оно все отвалилось. Вот чуть-чуть отвалилось. Ну, чуть-чуть в ямку попали. Ну, так не страшно, сейчас полмоста разберем и поедем дальше. Ага. Вот, так, счастливый смотри, обладатель автомобиля сломанного. Вот кулак нужен. Вот сам корпус, сам корпус. На военный мост обязательно. На военный мост, да. Вот Александр, пожалуйста, мост. Стоит. Весь серьезно, у него раздатка у него тоже зашумела. У нас у него вообще день, да, сосредоточенный. Вот у него раздатка, это не страшно. Эта раздатка, это не страшно. Да, она разбирается, меняется, там, может, цепь зашумела. Это, скорее всего, цепь. Скорее всего, цепь. Я думаю, цепь. Ну, трупом еще не пахнет. Нет, нет. Вот у нас есть знакомые в Америке. Мы можем привезти без проблем за нормальные дорогие деньги. Вот. Так что все это уже проверено. Вот, пожалуйста, начальник. У вас эта машина. Это самая надежная? Я не знаю. Самая надежная машина. Это УАЗ. Нет, не согласен. Согласен. Самая надежная машина — это Defender, бля, у жулика в гараже. Да, он там очень. Самая целая. Самая. Там очень надежно стоит. Да, он надежно там стоит. Бампер обрезания сделали. А, то есть у тебя это не английская машина, а еврейская машина? Ну, в связи с тем, что я хохол. Вот. Англия, хохлы, слушай, вообще... Слушай, да, это что-то. Короче, это тяжелый снич. Попахивает чем-то. Вот так у нас, смотрите, как хорошо. Мы вот в преддверии 23 февраля, вот все друг друга поздравляем, решили выехать на покатушки. Вот у меня даже, смотрите, вот такая штука есть. Вот такая. Вот, француз написано. Это я. Теперь сколько бы он ни выпил, он как зовут его не забудет. Да. То есть он взял ключи от машины и достал все это дело. Вот Юра, пожалуйста, вот стоит. Вот это Юра, это человек, который взрывает вибер, блин. Вот. Это кто, кому спать неохота, блин, слышишь? Может этот вибер, блин, читать, блин? Может Юре кинуть тему? Перепи. Хорошо, что у меня вибратор выключен и все остальное. Вот, ну, ладно, не буду дальше продолжать. Я не углубляюсь про вибраторы. Юра пошел в отпуск. Нет, он кончится. А, кончится? То есть в отпуск у Юры кончится, слышишь? И мы будем спать спокойно. Это нас радует. Вон, и вообще треф там палачом, на самом деле. Нет, треф тоже нормально, да. Просто у меня скоро жена выгонит с моим телефоном с кровати уже, блин. Пока вы вместе с трефом начинаете вот это переписываться, блин. Вот, а когда они начинают УАЗик ремонтировать по виберу, это что-то с чем-то, блин. Вот. Ну, вон, пожалуйста, подожди, извините, пожалуйста, лыжники. Вот есть лыжники. Мы сегодня ни одного, кстати, не задавили. Не подстрелили. Не подстрелили. Вот, пожалуйста. Они все живы. Вон он, лыжник пошел. Пошел. Пострадал. Да. То есть, да. В титрах напишешь. Может, в магазин съездить? Ни один лыжник при съемках не пострадал. При съемках данного видеофильма ни один лыжник не пострадал. Привет. А у нас наступающих всех мужчин, всех военнослужащих, всех женщин. Ну, они все рядом, но они большие. То есть домов 10. С праздником. Ну, офига, боишься, с праздником. Домов 10. Согласен. Но в среднем февраля. Здоровье, счастье детям, женам, родителям, близким. Верьте нам! А теперь стихи! Сколько живут у нас там? Ни разу. Начальник. Я. Говори. А что сказать? Ничего не будет говорить. Кто здесь? Ну, в общем, погода классная. Тепло. УАЗики, как тепло. Обычно. Идет маленький снежок. Очень УАЗик, легкий. УАЗик поломался, но он будет оживлен. Я в этом даже более чем уверен. Поедем дальше. 23 февраля мы начали отмечать. Закончим сегодня. Не, вот. Не завтра. То есть до закрытия Олимпиады мы обещаем закончить. Но Олимпиада пускай закрывается сама. Это позор нашего правительства. Да. Пиши, скажи за ручкой. Это пускай снимается на видео. На экстремизм присыт. Нет, это позор нашего правительства. Цензура. Лучше бы они действительно за более-менее меньшие деньги купили бы себе по маленькой стране. Если бы нашим хоккеистам выдали клюшки, а теперь мы бы смогли победить. Посадили, а если бы им дали коньки? Был бы шорт-трек. Вот.
Наша Олимпиада, наш Юр, позор. Ты отпускник, давай, давай, последнее твое слово. Вибери. Ну, не последнее, крайнее все-таки лучше. Крайнее, да. Да, обещаю, да, больше где-то. Бессонница рулит. Задай какой-нибудь еще грамотный вопрос, который ты на ночь задаешь обычно. Нет, задает как раз другие. Убери, Юра его развивает. Убери этот позор, убери этот позор, я не знаю. А, ладно, извините, извините. У нас трезвая катушка. О, Лен, пожалуйста. Поздравляю. Спасибо. Вот. Ну, Жорик Вартанов. Краткость, сестра таланта. Жорик Вартанов как говорит? Извините, пожалуйста. Вот там вот у нас происходит самое интересное. Ремонт. Там запчасти скоро привезут. Ремонт автомобиля. Это не ремонт, это расчленение. Леха там, смотрите, где УАЗики. Смотрите, слышу, две сексуальные позы. Смотрите. Опачки. Опс. Опачки. Ребят, покажите два экватора. На самом деле, там происходит классическая картина. Не, подожди, один ломает УАЗик, второму подарили раздатку. И оба пытаются ее внедрить. Оба пытаются патриот. Да, внедрить патриот в мост. Передний. Передний мост. Смотри, а там кофе делят. Качают. Что-то качают там, смотри, что-то течет там, качает. Текло. Смотри, еще один. Это самураевец. Самый главный самурай подошел мне подсказывать, как работают ОСИ. Один не выдержал, стал. Ну, да, я бы не выдержал этого позора. Обалдеть. И все. Вот. Ну. Вот, его назад тащат. Вот. С наступающим! С наступающим праздником! Здоровья вам! И вам так, да? Вот, и... Еще один живой лыжник. Сереги такой, ну, рюкзаками. Это самый живучий лыжник, которого мы сегодня не задавили. Он, наверное... Он от нас, он уходит кустами. Он как может, так и уходит. С Олимпиады. Андрюх, с Олимпиады едет. Подальше от Олимпиады. То есть он вошел в тот последний поворот, в котором все падали. Да. Вот, и он прошел его. И вот, пожалуйста, он здесь появился в Подмосковье. Скоро финишная прямая. Опять биатлон надо. Здоровья вам! И нам тоже. Смотрите. Извините, не в ту сторону подлетел. Вам здоровья, а нас с праздником. Вот они делятся два человека. У за кого, да? Делятся, как отломать зеркало быстрее в лесу. По одной простой причине. Потому что вот этот человек, вот этот, извините. Но. Нет, это много, нос большой. Нос вот это так лучше. Не ну, а человек. Нет, нос был действительно большой. Вот. Ну давай, дальше. Вот. У него кроме колес, блин, ни хрена больше не отламывается. Колеса тоже не отламываются. Не, сколько я его знаю, блин, не было еще ни одной покатушки. Была. Не ври. Мне ему мозг сломали. По крайней мере, хорошо, давай ты по-другому. В той покатушке, в которой участвовал я, не было ни одной, в которой Трев, блин, не разул бы свое колесо. Да ладно, было. Вот это, извините. Было. Кстати, когда ты сейчас первый шел на своем английском дефе, мы не разулись ни разу. После которой у тебя развалился там мозг, коробка, раздатка, там все. Это все неправда. Все, это вы. Да, это вы. Правильно, потому что это деф двумя своими лебедками вытаскивал эту хрень английскую, блин, слышишь? Американскую, извините, пожалуйста. Английским хренью. Английской хренью. Да. УАЗик рулит. Согласен. Вот. Китанов рулит. Вытаскивал, короче, английский деф вытаскивал американское. Машину. Да. Вот. Совершенно верно. Вот. И мы тогда ни разу не разулись, но деф раздулся. Вот. Видишь? Потому что он это американская. Должен. Потому что он это американская машина вытаскивал. Английская вытаскивала. Английская вытаскивал. Американскую. Ой, мы пьяные. Мы тебя толкали. Мы твоим тросом-то. Да. Согласен. Мы тебя тросом толкали. Американское. А английское толкало. А в английском... Дамы и господа, вот, буквально час назад мы вам показывали, что у нас отломалось. Вот, вот это осталось все, что отломалось. Отломалось там, а это осталось от того, что отломалось. Вот это все отломалось.
А это от того, что отломалось, осталось. Что-то какое-то словоблудие получилось, да? Запчасти уже везут, мы ждем. Это Юра, у него отпуск кончается. Мы об этом уже ранее чуть говорили. Ну, выспитесь наконец. Да, мы наконец-то выспимся. Это Юрин сподвижники, вот это вот это один из них. Вот это сподвижник, который не дает спать. У него отпуск постоянный. У этого военного? Да. Ну, вот. Это его штурман, пожалуйста. О, извините, а вот это лыжники. Биатлон. Биатлон, это биатлон. Чемпионы мира. Олимпиады, извините. Ну, вот, вот они едут. И догнать никто не может. Че, я сразу это. Вот это вот, блин, вообще обалдеть. Задел! Это вообще обалдеть. Подожди, не ломай. Давай, люк разбей, разбей люк. Разбей люк. Разбей люк. Не, люк разбей. Ну убери руку. Люк разбей ножом. Пусть руку мне разобьет. Но люк нельзя. Смотри, диски, блин, а диски какие. Задел! Все поцарапал. Обалдеть. По-моему, это несъедобно. Да. А по-моему, торт Ланиниксом обработан. Да, да. Это я даже... По сангри. Мне больше интересно, как... Уазик завелся. Нормально все, едем. Сейчас поедем. Все, поехали. А что, березу под мост погнали? Да. А рулить не будет? Как не будет? Смотри, как привязать. Не, самое главное, салфетки в амортизаторах. Да, 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 да. Смотрите, пожалуйста. Да, да, да. Торжественный изъем. Вот это вот мой автомобиль. Самый. Спасение. А колеса оставляй сейчас. С корнем вырвал. Давай, облизывай. Вот она. Каждое колесико. Каждое колесико. Уже и рочек тут делал. Порнография, извините. Да, это фетишизм. Вольво фетиш. Вольво рулит. Супер автомобиль. Там еще бусинки какие. То есть руки погрел, надо погреть это самое, хвост. Со зрением плохо, да? Все плохо. Что, обладал уже? Вольво рулит, смотри. Извините, Вольво... Хозяин Вольво обглодал Вольво. Андрей Александрович. Словосочетание вообще бешеное. Опусти камеру вниз. Опускаю. Смотри, как Вольво по снегу едет. Поехали. Она даже не буксует, ёда. А тут джипы, УАЗики, ну все дела. А если за миллионочку? И я прошу прощения, это хозяин Вольво. У него просто единственная машина такая Вольво. Это человек, бир, это пиво и медведь в одном слове. Так. Отставить панику. Согласен. Это не пиво. Это медведь. Медведь. Это медведь. Ну, пьяный медведь. Бывает. Да. А дети Африки и этого не видят. Нет. Просто сегодня, в преддверии праздника 23 февраля, у нас уже 24. Поверните, у нас уже 24. У вас? И у нас еще 22. У нас вообще 22. Согласен. Извините, ошибся. Ну, да УАЗик все равно сломанный стоит. Пожалуйста. Интересно, кто поедет за запчастями? Ну. Надо американцы. Да. Человек, медведь, пиво, вам зажигалку дать? Нет. Человек. Просто человек. Согласен.
Поверните камеру. Куда? Вот, вот этот человек вас снимает. Ну как так можно? Ё-моё! Безбожно, блядь. Ну да, это человек Вольво пошел. Человек Вольво, да. Видел, как Вольво ездит? Да. Выгуливать Вольво пошел. Ну, Вольво выгулить пошел. Пошел выгулить Вольво. Сейчас джип зайду, Вольво пойду. Да.